Любители электросамокатов снова стали участниками ДТП. На перекрестке улиц Курчатова и Московская водитель двухколесного средства передвижения пренебрег всеми правилами дорожного движения и решил переехать дорогу на красный сигнал светофора. Движущийся на свой зеленый водитель автомобиля «Opel Zafira» не успел среагировать и сбил самокатчика. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде ушибленной раны, ссадины правого предплечья, правой голени, тупой травмы живота, подкапсульную гематому печени и госпитализирован в хирургическое отделение ГБ-50. Еще один саровчанин пострадал в результате наезда. Во дворе дома 9 по улице Куйбышева неустановленный автомобиль сбил пешехода и сразу же скрылся с места ДТП. Личность водителя устанавливают. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение, ушиб левого коленного сустава. После осмотра врачом был отпущен домой. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. На прошедшей неделе на дорогах нашего города прошла информационно-профилактическая акция «Пешеход на переход», направленная на снижение числа наездов на пешеходов. В результате акции сотрудники ГИБДД оштрафовали 14 пешеходов и 4 водителей. 3 дня работали с пешеходами, с водителями, которые не пропускали пешеходов на пешеходных переходах. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 148 нарушений ПДД. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.